Тирасполе в районе Мечникова установили лежачих полицейских. Знак, предупреждающий о препятствии, появился здесь еще в январе. Теперь есть и само препятствие. Перекресток Карла Липнихта-Мечникова называют Бермудским из-за того, что здесь часто случаются аварии. Иногда сразу по две в один день, как в начале мая. А прошлой осенью тут насмерть сбили женщину, которая переходила дорогу. После этого ГАИ и обратилась в столичную госадминистрацию, чтобы установить там искусственное препятствие. Такой же лежачий полицейский не так давно появился возле 15-й школы на Кировском. Там тоже интенсивное движение. Скоро лежачих полицейских установят на балке у 30-го. Еще одну заявку на установку лежачего полицейского госадминистрация подала по улице Партизанской на Кирпичах. Это район бывшей 13-й школы.